душу раскрывать. И прячемся, как та улитка в теле. Как редко мы с друг друга говорим, торопимся, спешим всегда в дата. Не ведаем мы сами, что творим, и замолкаем снова виновата. Как мало теплоты мы дарим тем, кому нужна порой она бывает. Кому-то улыбнемся, а затем проходим мимо миг тот, забывая. Не лучше чаще в лица заглянуть, чтобы увидеть, что в душе творится. Быть может, там внутри есть что-нибудь, что может в жизни нашей пригодиться. Быть может, мы увидим там все то, что в жизни нам порой казалось малым, что виделось когда-то уж давно, но времени всегда нам не хватало. Тогда, быть может, мы заговорим и скажем то, что мы сказать хотели. Ну а пока, как рыбы, мы молчим и прячем души вновь в уставшем теле. Ну а пока, как рыбы, мы молчим и прячем души вновь в уставшем теле.